Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Fairphone 3 включить портативную точку доступа, то есть раздать Wi-Fi. В первую очередь переходим в настройки, затем раздел сети интернет, точка доступа модем, точка доступа Wi-Fi. Здесь можем нашу точку доступа переключать, можем изменить ее название, можем отобразить QR-код для подключения. Также можем выбрать протокол защиты, поменять пароль. В дополнительном можем изменить диапазон частот точки доступа и можем включить функцию автоматического выключения, если никто не подключен. И также можем переключать точку доступа здесь в панели быстрого доступа. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!